Ребята, привет, меня зовут Раиль. Это видео еще должно было выйти 11 мая. Но, как вы знаете, в нашем городе, в Казани, произошли трагические события. И это дело пришлось отложить. Был траур, да и я сам приболел, как вы слышите по моему голосу, да? Но сейчас вы можете посмотреть неизданные реакции, которые не вошли в основной выпуск. Каждый ваш лайк, комментарий, подписка для меня очень важны, поэтому сделайте это. И, кстати, на моем основном выпуске на канале Хижина Музыканта я разыгрываю микрофон. Не упустите, поучаствуйте тоже. Ссылочка в описании. Привет. Здравствуйте. Как? Майские проводите? Отлично. Отдыхаем, кайфуем-то как? Да тоже, смотри, на гитаре игра. Блин, слушай, можешь что-нибудь сбацать, а? Давай. Не против на военную тематику песню? Ты главный. Ты главный. Вам понравится вот это, смотри. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я хочу им прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Хорошо поёт. Спасибо. Йоу, привет, спортсменка. Привет. Или ты не спортсменка? Я спортсменка. Чем занимаешься? Легкой атлетикой. Легкой атлетикой? Атлетикой, да, тоже. Прикольненько. Вы откуда? Южно-Сахалинск. А, здорово. Значит, вы любите мотивационные песни? Да. Вау. Да. А какие есть мотивационные песни? А я не знаю, ты напой нам что-нибудь делать, или с гитаркой. Мне пока в голову вот это приходит. Голливуд, я Гали, Голливуд, наши души болят, послушай, как они поют. Ае, Голливуд, я Гали, Голливуд, и все мы тут свои, пока от нас чего-то ждут. Я бум, шакала, калака, бум, целком чувства не в кассу, если о них не поют. Транзакции на любовь, тут совесть идет ко дну, пацаны ради кайфа наступают на табу. Фары мимо фонарей, рулю мимо аллей, наши роли на времени, рабе, не болей. Солнце будто Картье светит там, где нас нет, но в наших планах титры под малиновый рассвет. Ае, Голливуд, я Гали, Голливуд, наши души болят, послушай, как они поют. Ае, Голливуд, я Гали, Голливуд, и все мы тут свои, пока от нас чего-то ждут. Голливуд, я Гали, Голливуд, наши души болят, послушай, как они поют. Ае, Голливуд, я Гали, Голливуд, и все мы тут свои, пока от нас чего-то ждут. Ты очень классно поешь. Спасибо. А вы знаете эту песню? Нет. И снова классная новость. Музыкальный магазин Skiff Music разыгрывает японскую электрогитару Fernandes. Для участия нужно с 1 по 31 мая сделать покупку от 1000 рублей на сайте Skiff Music, и ваш номер заказа автоматически становится лотерейным билетом. И 15 мая они рандомно определят победителя, возможно, им будешь ты. Более подробная информация по ссылке в описании. Смотри. Да? А сектор газа можешь? Могу. Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел лицо швырнул мне, и обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Скрипнув сталью, открылась дверь. Ты идешь, ты моя, теперь я приятную дрожь ощущаю с головы до ног. Ты со мною, забудь обо всем, эту ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и как родную дом.
дым, дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет, и следы на постели напомнят про счастливую ночь. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. Молодец, прям. Давай за тебя выйдем. Ты вот мить в Инстаграме. Привет! Привет! Ой, сыграй, пожалуйста, Рамиля. Почему именно его? Потому что он классный, сияй. Ну хорошо, давай, давай. Сияй, сияй, из твоего тела во тьме увижу не я. Сияй, для меня боль убитый мотив. Я за тобой по пятам, ты от меня не улетай. Просто сияй, просто сияй. Сияй, сияй. Я за тобой по пятам, ты от меня не улетай. Просто сияй, просто сияй, сияй. Сыграй сон. Какой сон? Классно! Тоже Рамиль. А, не, новый не успел разучить. Что говоришь? Я тоже, я не знаю. Сыграй что-нибудь еще. Классно, очень классно. Очень круто поешь. Спасибо большое. Стараюсь, стараюсь. У тебя есть любимая песня? А, да. Сыграй. Любимая песня? Моя авторская песня. Давай. Такая сейчас. Не она всегда была твоя любовь, и все твои слова пустая ложь. Я больше не хочу смотреть в твои глаза и вдарить по газам, все не вернуть назад. Я больше не хочу вдыхать твой аромат, когда срываю платье с тебя, будто психопат. Но навсегда была твоя любовь, любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Оставь, не трогай. И навсегда была твоя любовь, любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Оставь, не трожь. Как вам? Очень классно, круто. Безумно круто. Такие яркие эмоции, приятно. А вы где музыку слушаете, ВКонтакте? Конечно. Да. Ну вот можете к себе там в плейлист добавить песня. Ой, слышим какую песню. Слушай, а ты какой-то популярный типа певец? Ты певец? Ну, человек. Не до такой уж степени еще. Если бы был, вы бы уж слышали мою песню, по крайней мере. Вы где слышали эту песню? Я слышал эту песню уже. Да? Да. Ничего себе. Может, где интересно? Все-таки популярный? Это песня моя самая любимая, ты что? Чё ты врёшь-то вот я сразу? Я честно говорю. И как ты можешь слушать эту песню и типа не знать меня, да? Я тебя не знаю, первый раз вижу. Точно будешь популярным. А вот это говорит о популярности? Чё? Ничего себе! Привет. Привет. От меня. Чё вы там делаете? Мы видео смотрим. Да? Чьё? Да просто. Просто? А, где-то на улице, в беседке или чё? Да-да-да. 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 Есть любимые песни или артисты? Есть. Нервы, группа. Да? Ты прям все песни их знаешь? Ну да. Даже вот эту, сейчас которую спою тебе, вряд ли её знаешь? Ну... Подожди. Вот это. Я укачу от тебя, да не шучу. Ты слышишь мой голос и холод. Ты издевалась от души, теперь я мучу. Это мой внутренний голод. Не издевайся над любовью. Я же говорил, что эти перерывы не к добру. Я тебя запомню, самый необычный.
вечный, я тебя запомню и сотру. И сотру. И сотру. И сотру. Классно. Знаешь, что ли, ее? Да. Молодец. Такой вот коротенький выпуск получился, но не грустите, на моем канале частенько выходят разные видео. В первую очередь, конечно же, в хижине музыканта, поэтому подписывайтесь на мой основной канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал Раиля Арсланова. Здесь неизданные реакции, всякие авторские песни и приколюшечки. Не забывайте комментировать, давайте общаться в комментариях. Какие песни вы хотите услышать в следующем выпуске, тоже напишите. И скоро увидимся. Пока!